Всем привет! С вами Арина. И сегодня у нас 28 февраля. Я выехала наконец-то помыть свою машину. Сейчас я покажу, куда я езжу на автомоечку. Посмотрите как раз. И скажу, почем, сколько стоит. Друзья, наконец-то выбрались на мойку. Ну что, 1000 рублей снаружи помыть и снутри. С ковриками, без багажника. Видите, у меня там уже все грязно. Получается. Начинаем, да? Да. Я просто стою, вот здесь когда перекладываю. А, да, спасибо, я прикладывал в багажник. Здесь, кстати, я ковер сушил, напротив прибоя находится. Это мойка на улице Колораж. Есть внутри попить чай, кофе. Вот ковры, кстати, постирать можно. Вот этот вот прибой. Я вам про него говорила, там спа-центр есть. А вот, смотрите. На улице тепло, 20 градусов. Все отлично. Добрались до мойки. Но я, как правило, мою перед сезоном в основном. Потому что я езжу одна с собачкой. В принципе, не так грязно у меня в машине, но все равно. Больше мыть-то негде, на речке мыть нельзя. Вот видите, вот сюда поворот. Вот оттуда я приехала как раз. Потом, после мойки, я поеду. Мне нужно съездить еще на Валберес, кое-что забраться. И еще немножко покатаемся где-нибудь. О, здесь есть кафе «Бармалей». Я только что увидела. Сейчас посмотрим, что там в этом кафе. Видите, даже объявление есть. Требуется автомойщик и номер телефона. Фиксируйте, мужчины, кто хотят зарабатывать. По зарплате, конечно, я не знаю. Заправка ТНТК крутится. Цена, смотрите, сумма. 92-й 51-35, 95-й 56-60. Вот кафе. Видите, Бармалин. Бармалине. Здесь есть кофе, что-то есть. Как всегда, да? Wi-Fi написано, работает. И здесь тоже, кстати, у нас моечка была, да, есть она до сих пор. Моечка. Автомойка. Угу. Так вот, друзья. Друзья, смотрите, здесь еще что делают. Как будто самолет полетел. Смотрите, перетяжка руля, салона, аквапринт. Тонировка, полировка, керамика для кузова, ремонт фар. Вклейка стекол и бронирование. Это все написано. Напишите, как часто вы моете свой автомобиль. Просто интересно даже. Вот видите, вот еще подъехали. Очередь всегда у них. Мне повезло, я без очереди попала. Девочки, помните, я вам сказала, что у меня подруга родила? Вот сейчас собираюсь к ней заехать в ателье. Она родила дочку. Ей где-то 1,5 месяца сейчас. Вот я купила для нее подарочек. И еще кое-что вам расскажу, что случилось со мной вчера, потому что сегодня уже второй день. Смотрите, девочки, покупала в Сенсей. В Туапсе. Вот такой костюмчик. Но он продавался по отдельности. Смотрите, какая милота, девочки, да? Какая милота. Какие маленькие ручки. Смотрите, капюшончик. Вот здесь написано 3-6 месяцев. Супер, да? Смотрите, как красивый замочек сделан. Вообще прям. Вот сейчас поедем дарить подарочек.
Ну, как вы уже поняли, друзья, что сегодня уже новый день. И вчера был небольшой казус. Я побывала на мойке. Я вам уже это показывала во влоге. И я стала выезжать. Представляете, мне там, там работают две девочки. Они протирали машину, открывали машину. И они мне поломали кнопку. Кнопку стеклоподъемника с моей стороны. Вы представляете, со стороны руля. За моментом моей машины, она у меня уже 12 лет, я меняла этот блок еще в Москве. Тогда еще опять не я сломала, тогда ломал мой второй муж эту кнопку. Как он сломал, приходит, ключи мне отдает, твоя машина, иди делай. Думаю, нормально. Представляете, девочки? И что получается? Я сейчас вам покажу. И у меня получается такая история. Вчера, не до съемок, я ездила везде, искала, чтобы заказать теперь этот блок. Смотрите, я вам сейчас хочу показать. Вот эта кнопочка, я открываю стекло со своей стороны. Правая кнопочка, открываю стекло с соседней стороны, да? И вот еще, видите, из-за этой истории получается, что нужно менять полностью вот этот блок. Потому что вот, я, кстати, стала выезжать, смотрю, у меня стекло не открывается, не закрывается. Кнопка полностью выдрата. Представляете, друзья, что произошло? Я не вернулась, не стала скандалить. Потому что я говорю, я не скандальная женщина. Ну и что произошло дальше? Я уже подъехала, кстати, к ателье, чтобы пойти подарок вручить моей подруге, да? Вы представляете, далее, когда я жила в Москве, у меня был свой сервис, автосервис, где я ремонтировалась, естественно, автомойка тоже, там большие такие магазины трехэтажные, там высокоэтажные, там все можно купить и заказать, и быстренько все привезут. Вот, друзья, те, кто автоледи, те, кто за рулем мужчины, обратите большое на это внимание. Здесь, в Лазаревском, это все проблематично. Естественно, на свою, не новую машину я оригинал заказывать не захотела. Но для начала я нашла телефон. Мне нужно было электрика найти телефон. Девочки, куда я ездила, вы не представляете. Это в сторону светофора, в гору, наверх. Но я не стала вчера вам снимать. Кое-как я нашла этот автосервис там. В общем, по колдыбам, по вот этим дорогам. Значит, электрик мне сказал. Я думала, может быть, он кнопочку посадит, как-то поставит, и все будет окей. Он как раз сказал, что менять нужно весь блок. Видите, какой попадос? Помыла машину за 1000. Сейчас попаду на деньги больше. Что произошло дальше? Дальше я стала ездить по городу, куролесить и искать автомагазины для того, чтобы заказать этот блок, эту кнопку, да, стеклоподъемника. Подъехала в один, пятый элемент, как раз на улице Колораж. Мне там сказали, что нету. Кстати, Китая нету, только оригинал. Оригинал десятка. Ну, плюс еще потом поставить, да. Причем там была парочка, как говорится, конкретная такая, на конкретной машине парень с девушкой, и они сидели, дорогая машина, и то они не стали заказывать оригинал, они искали на Авито где-то китайский какую-то запчасть, а я что, миллионер? Так, я говорю, не надо, я пошла в другой автосервис рядышком, там тоже сказали, только оригинал 12 000, опять не алло, не подходит. Ну что, я еще позвонила подруге своей, у нее зять авто как раз механик, там тоже есть выход на заказ Краснодара запчастей, там тоже нету китайца, тоже только оригинал 9 000. Ну что, к вечеру, вечер подходит, девочки, у меня настроение на нуле, я не люблю никогда в жизни, что у меня что-то в машине ломается, я не знаю, водители, наверное, меня поймут, это 100%. Вот, я позвонила дочке, там они начали через Авито искать, потому что когда меняла я в Москве, я тоже не ставила оригинал, это было 6 лет назад. Я нашла на Авито тогда за 1000 рублей, парень приехал с Москвы и поставил мне за 5 минут вот этот вот блок. Нашли на Авито за 2000, и там фирма как раз, они сами отправляют с ДЭК эту запчасть, и потом, когда я получу через там 3-4 дня, потому что будут выходные впереди, да,
И тогда уже поеду в сервис и вам покажу, где этот сервис находится, к электрику, чтобы мне он поставил этот блок. И как раз скажу, сколько еще дополнительно он возьмет с меня за то, что он это все смонтирует. В общем, получается, девочки, 2500 уже попадос, ну и плюс еще, сколько я потом заплачу электрику. Представляете, какой вот беспредел творится? Здесь реально просто в Лазаревском, вот я говорю, что одежда, вот нету таких вот, да, каких-то вот магазинов, бутиков, хотя строится. На Колораж я вам показывала, там будет и Магнит, и как раз павильончики, ну посмотрим, что будет. Кинотеатра хорошего нету, но как бы я без этого живу, если мне нужно, я еду в Сочи. Понимаете? Вот. А вот что касается автомобиля, если нету хорошего человека рядом, друга, который подскажет, который даже, может быть, сам закажет. Вы понимаете, я у электрика стою, я говорю, как, что мне сказать? Что мне надо заказать? Понимаете, вот женщина вообще не понимаем мы в этом. Ну, как бы, может быть, и есть такие девочки продвинутые, я нет. Я больше женщина-женщина. Вот, и сказали, да, так вот раз бы поддержал бы, подсказал, но, девочки, очень тяжело найти хорошего человека, друга такого, который может подсказать, прям любую минуту спасти, выручить. У меня был такой мужчина в прошлом, он всегда мне помогал, но он остался там, а все остаются там, дома, в Москве. Так, ну что, идем подружку поздравлять с рождением дочки, друзья. Доченьку зовут Алиночка. Хотя у нее старший сын, и старшему сыну 10 лет уже. Друзья, помните, я вам показывала пакетик? Пакетик пригодился, я еще взяла коробочку печеньев. Потому что там все-таки много детей. Хочу показать вам цветы. Я постоянно покупаю весной цветы и высаживаю. Поэтому... Смотрите, какая красота. Герань я покупала, тоже супер. Уже герань, получается, растет, да? И цветет. А вот еще, смотрите, это бегонии, я так подозреваю, да? Какие красивые девчонки, знаете? Так, ну мы идем в ателье. Напротив Магнита, куда мы с вами не попали осенью, как раз ее не было. Вот. Вот ателье. Мы сюда заходим, девчонки, с вами. Друзья, вот мы с вами зашли в ателье к Иринке. И сейчас я хочу немножечко, вот, чтобы вы тоже, кто приезжает, и как бы знали, где можно подшить, допустим, одежду, что-то переделать, может быть, шторы какие-то сшить. Сейчас нам расскажет Ирина вообще все, что у нее за ткани, и покажет. Так, Ирина, расскажи сначала, откуда ты переехала сюда к нам? Здравствуйте. Вот, поздоровалась. Я в свое время переехала с Белгорода. Угу. И вообще, как бы, мне очень нравится здесь, не жалею. Здесь, как бы, уже живу около 3 лет. Свой бизнес сюда тоже перевезла, потому что где живешь, там нужно работать. Вот, здесь у меня, как бы, местные уже... кто-то шьет, кто-то... Живешь ты в ЖК семейном, да? Да, я живу в ЖК семейном. У нас там уже тоже как бы свое общение, свой чат. Делимся своими какими-то общими идеями. Вот здесь у меня, как видите, шторы. Шторы разные есть, качество есть, допустим, цена дороже, дешевле, то есть на любой вкус, попроще, поинтереснее. Ну, вот, к примеру, ты же помнишь цены? Конечно, вот это у нас да. Что, Китай, Турция? Это у нас Турция, французская сетка расшита со стразами и жемчугом. Вот, если цена, то 1100 рублей. 1100 рублей метр. Да. Вот тут, видите, девчонки, мне, кстати, нравится. Я, Иринка мне шила тоже шторки, тюль. Вот, вот это, например. Да, тоже французская сетка. Потом французская сетка. Здесь у нас очень... Смотрите, как. Я люблю, кстати, ты мне шила такую сеточку. Как раз вот у меня висит на кухне с такими жемчугами. Ее, наверное, нету, да? Такая красивая тоже тюль. А, есть, вот, у меня вот такая. Но мы делали на подложке с тобой. Что-то мы еще под низ. Какой-то батист, по-моему. Какой-то батист.
Что-то мы, да, делали. А вот это метр сколько, к примеру? 450 рублей. 450 рублей. Портьера вот примерно тоже цена. Это венецианка, она 800 рублей стоит. Плотная. 800 рублей. Канвас. Вот, велюровый канвас, он 750 рублей. Вот это вот. Это как? Бархат, нет? Ну, просто цвет искажает. Да, цвет искажает немножко, но все равно хотя бы так вот сочнее. Девчонкам, да. И сейчас как раз нам расскажешь, ну, про услуги. Что ты именно делаешь? Все. Ремонт одежды, меха можно пошить, реставрировать. Кожаные изделия, шелка, сарафаны. Сейчас у нас как бы зимнее время года. Шьем что-то плотное, из плотной ткани. Летом пойдут купальники. Все, что приносят, все шью. Потому что опыт работы уже... Очень простой. Хорошая мастерица, вот Ирина. Реально, ее все хвалят, ее вообще... В Лазаревском многие знают и как бы радуются, что я как вообще с Ириной познакомилась, я купила брюки и пришла просто чисто случайно, смотрю ателье, да, и вот так вот мы познакомились. А вот это, по-моему, кухонное, да, еще? Да, это кухонные, они как бы стандартные. Готовые? На двухметровое окно, да, разные есть, пожирнее, попроще, просто сетка есть, арка. А они почем готовые, к примеру? Тут 800 рублей, 600 рублей, то есть разные. 600-800. В зависимости от метража. Угу, все, поняли. И вот здесь еще что-то, да, вот. Ну, в общем, здесь много. Вообще у тебя Китай, Турция, Франция? И Турция, или как? Китай есть. Но есть Китай, фабрика, он даже лучше, чем Турция. Если Китай фабричный, я знаю, он да, лучше, чем да. Турция. Просто приходят разные как бы варианты. Я уже смотрю по качеству, что пользуется спросом. И всегда хочется людей заинтересовать. Ну да, она сама выбирает, ездит, где-то закупает эти ткани, тюли. И вот видите, даже есть аксессуары, вот кисточки. Дальше вот у нас это кнопочки, как они называются? Это магнитики. Магнитики. Вот такие магнитики. Вот кисти. В общем, здесь, видите, все прям супер. Так, ребеночек спит, хотели бы понянчиться. Подарочек стоит, сейчас попьем чайку. Так что вот, девочки, мужчины, кому нужно, напротив центрального гипермагнита, улица Калараш, вы увидите, где находится это ателье. А, номер телефона сейчас покажу. Значит, смотрите, девчонки, ателье ремонта одежды написано с 10 до 19 часов. И номер телефона. Сейчас я вам еще фоточку сделаю. Смотрите, девчонки, сейчас мы разговаривали с Ириной насчет коляски. Вот как вот эта вот фирма называется? Карелла. Я, девочки, уже давно как бы не в теме в плане колясок. Смотрите, здесь еще есть рюкзачок. Вот видите? И там тоже. Она только вот такая, как люлька, или она переделывается на этот... У нас еще есть вариант летний. Там, к ней еще летний вариант есть. Да. Девочки, значит, смотрите, вот мне сейчас Ирина рассказывает по ценовой категории. Сколько, получается, стоит эта коляска? Где вы покупали ее? На Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркет выручает. Сколько она там стоила? Она стоит 48 тысяч, а в магазине она дороже стоит намного. 48 тысяч, а в магазине? Ну, там больше... Около 100 тысяч, наверное, да, будет стоить эта коляска. Плюс там дополнительная, как бы... Люлька, наверное, в машину есть, да, в автомобиль? Да, ну, получается, трио, да, три в одно. А потом кресло, сиденье и еще летний вариант. Вот кармашек, смотрите, как удобно, да? Вот здесь вот кармашек. И внизу и тоже. Она очень, и колеса очень высокие, вообще прям отлично. И детям нравится. Угу. Хоть куда. Алинка спит там у нас. Здесь тоже вместительный, как бы такой бардачок у нас. Без него никуда. Вот, да, это вообще очень удобно, причем чехол. А еще чехол, дождевик, шелк. Обязательно, и сетка москитная. И сетка москитная. То есть я вообще не в теме. А Ирина мне говорит, сколько стоит? Как думаешь? Я говорю, ну, 20-30. Она говорит, да, 50, говорит уже. А то и 100. Вставляете, девчонки?
Напишите вообще, может, молодые девочки смотрят, кто в этой теме, или бабушки есть. Я вообще вот не в теме была, но мне, конечно, удивит. Вот так вот. Сейчас у нас детки золотые, да, Ирина? Да. Детки очень золотые у нас. Ну, оно того стоит. Ну, конечно, конечно. Это красота вообще. Карелла. А Карелла фирма это какая идет? Германия или что это? Китайская. Ну, вот. Качественный Китай. То есть вот так вот получается. Зашли в рыбный магазин. Хочу цены посмотреть. Смотрите, тут тоже креветочки есть. 1450 котлеты. Тут очень много рыбы у них прям вкусной. Ставритка 50, да, рублей. Рыбка. У них выбор очень хороший. Рыба, смотрите, сколько. Камбала. 100 грамм, 180 рублей, да? Карасики есть. Да. Угу. По 200 рублей, да? А, вот даже вот такие вот есть палочки. Корюшка. Какая красивая, 1000 рублей там. Так, вот красненькая еще рыбка. 180. А, все за 100 грамм получается. Угу. Красота. Форелька. Скумбрия 850 рублей. Вот цена уже стала, да? Ага. Это... Камбала. Вот форель еще есть. Вот такая вот. Угу. И пиво. Друзья, я решила доехать до Багратион. Набережную. И посмотреть. Сегодня у нас 29 февраля, последний день зимы. И погода у нас 20 градусов, друзья. Я уже даже сняла свою жилетку и гуляю в рубашечке. Сейчас посмотрим море. Подойдем поближе с вами. Кто-то задавал мне вопрос, а не хотите летом встретиться, посидеть? Как бы с подписчиками. А, девчонки, я только за, почему нет? Конечно, хочу. Девочки, хочу. Смотрите, вот видите. Кстати, кто-то мне написал: вы же блогер, разберитесь со своими волосами. Девочки, я уже записалась на кератин. Записалась на кератин в начале марта, поэтому вот видите, сняла уже жилетку. Не переживайте, разберемся со своими волосами. Просто в тот день почему-то у меня реально они были какие-то непонятные. Потом, кстати, я приехала домой, и помните вот этот кремик для волос, для ухода, последний, который я покупала. Я им помазала волосы и даже, кстати, утюжком не выпрямляла. И вот видите, они уже живые. Они уже нормальные. Так что все отлично, девчонки. Все прекрасно, будем еще красивее. А летом, когда подзагорим, будем вообще супер. Да? Супер красавцы. Красавицами, девочки. Вот видите? Так что вот. Что вы там еще писали мне? Какие комментарии? Вспомнить бы. Ну, а так все прекрасно. Подружка довольная. Подарок подошел. Оцените, кстати, девчонки. В феврале Алинке будет 9 февраля будет 2 месяца дочки Иринкиной. Видите?
волосы в разные стороны разлетаются. Давайте поближе к морю подойдем. Девочки, вообще я приехала работать. Я в машине буду записывать сейчас расклады. Девчонки, меня многие смотрят на другом канале. Почему? Спрашивали. Да потому что у нас весна, и соседи начали шуметь. Какие-то ремонты, где-то что-то стучит. Поэтому дома как-то не хочется. Хочется все-таки как-то зарядиться энергией моря. И потом выдавать вам очень хорошую информацию, да, точную. Ой, какое море сегодня спокойное, смотрите. Красивое море. Хочу, девочки, всех поблагодарить за комментарии, которые вы пишете. Я очень вам благодарна за ваши подсказочки, ответы на вопросы. И, естественно, девчонки, сегодня у нас последний день месяца. Я хочу определить победителей конкурса за февраль месяц. Кто у нас отгадал, почему же Зофинка 13-я? Почему же Зофинка 13-я, девочки? Ответ. Потому что она родилась 13 мая, девчонки. 13 мая. Победители за февраль. Девочки, я вас поздравляю. Галина К. У меня написано первый победитель. Галиночка Евсеева и Парфенова. Так что, девчонки, я вас поздравляю. Свяжитесь со мной в WhatsApp и напишите, вот, что вы победители. И я скажу своей помощнице, напишите мне свой адрес, и через Wildberries я вам отправлю подарочки. Уже, девочки, к 8 марта получаются подарки. Получите, да? Так что пишите, девчонки. И сейчас начнется март, и я буду новые вопросы задавать. И новые победители будут уже в конце марта. Всех поздравляю, кто со мной, а те, кто не с нами, это уже ваша проблема, да? Буду заканчивать сегодняшний влог. Как всегда, желаю вам прекрасного настроения, отличного дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите, друзья. А с вами, как всегда, была Арина Море, Сочи. Присоединяйтесь, и будет нам всем счастье морское. Всем здоровья, счастья и любви. Пока-пока!